так, засядут за новогодним столом родители Данилки Дидыка и родители четырех погибших в теракте в Харькове в 15 году от путиноидных путинских крыс, где-то убийц, паскудных террористов. И засядет также родители, братья, сестры небесной сотни наши, которые погибли на Майдане, за лучшую жизнь, за европейские ценности для всех и также для тех правителей гнид паскудных, которые выпускают где-то убийц, террористов на волю, на свободу, чтобы они там убивали антипутинскую коалицию в России. И не только. Также по всему миру, потому что будет спрос на таких где-то убийц, на террористов по всему террористическому миру. Поскольку это очень выгодная пропозиция с путиноидной стороны и также от таких же властей по всей стране, которые поступают с где-то убийцами, террорюгами путиноидными, так само поступают. Что достаточно посидеть 2-3 года, 4-5-6 лет в тюряге террористам, где-то убийцам. И потом Путин захватывает заложники, кого-то еще из этой страны. И эта страна, благодаря таким чмошным властям, обменивает этих террористов обратно. То есть им можно 300 пожизненных давать. И это бесполезно, потому что они все равно через пару годочков будут обменены. Тобто хлопцы и небесная сотня, и погибшие в теракте в 15 году в Харькове, стояли за европейские ценности, которые вот таковыми и являются. То есть Макрону похрен, естественно, а кто будет бороться за эти ценности европейские? Вы хотите, вы и боритесь. Меркель и тому подобное. Подкупленный чмошник Макрон, босоножка, и туфля, подкаблучник старшей жены и тому подобное. Он чамрошный характер. Он полумужик. Он так и будет поступать. А нам какие это европейские ценности? Нам какие это европейские ценности, когда краина, страна в огне, в войне? Какие это ценности? Это чамрошные продажные ценности, а не какие-либо там европейские, которые основаны прежде всего на христианской культуре, которая должна бороться со своей христианством за те же самые ценности. То есть какие-то европейские ценности, естественно, аж никакие, чтобы террористов, где-то убийц выпускать на волю, чтобы они глушили и убивали, унесоствляли в России оппозицию. Чтобы эти гниды, террорюги паскудные втаптывали в кровь, смешивали в кровь и в грязь антипутиновскую оппозицию в Москве и в России. Какие-то европейские ценности. Естественно, это антиевропейские ценности, антизаконные ценности, чтобы этим гнидам посидели они пару годочков и на волю. Естественно, это ценности осла, который впереди за морковкой постоянно едет, а на осле, на хребте этого осла, въезжают эти гниды подлинные, олигархи сраные, продажные, которые используют эти европейские ценности только для гасел, для лозунгов, а кровь отдают настоящие патриоты, которые остаются и останутся в веках у нас в душах. То есть у этих псевдоправителей, этих чмырей, которых большинство, естественно, выбирает электорат, они очень боятся, они сырливые, бзливые тхари, они боятся сделать Путина своим личным врагом. Но они боятся со своей семьи, потому что они же приходят для чего? Для того, чтобы награбастать бабла как можно больше, а потом куда это бабло девать? Куда? В гроб? От того, что Путин на них разозлится и унецествит их детей? Ну, естественно, им это невыгодно, поэтому они сдают и продают кровь патриотов. Все, на чем можно нажиться. Вот от того и происходит, что остальная биомасса населения Украины на это смотрит так же, как и эти правители, которые приходят, чтобы въехать на чужой крови в рай. Бабла, Мальдив, наворованного бабла. И делов-то, того-то и всего. И через это можно там договариваться, типа там идти на уступки,
на чужой крови договариваться, сдавать все террористов, то есть и макронщики такие же, в принципе, ну, где Макрон, а где Украина, где мощь Франции, ядерной державы, а где мощь Украины, но там же и продажные ценности этих, которые на гаслах европейских въезжают к себе в рай, как домой они въезжают, они думают, что они в рай въехали. Ну, вот так вот и будут эти гниды всегда продажные в раю до тех пор, покуда украинцы не вхавают, что это не украинцы в рай въезжают, выбирая этих гнид и не контролируя этих гнид, а только те гниды въезжают в рай и наслаждаются этим раем на украинской крови, на крови патриотов, которые думают, что они борются за, боролись за европейские ценности против барых, которые их чморили бы и до сих пор бы по тюрьмам сидели бы. Все, которые и Майдан организовывали, и до этого организовывали, и Юрочка Луценко сидел бы, и остальные бы сидели бы. Если бы, не бы, не украинские патриоты, которых они сейчас сдают, а другие смешили бы и до сих пор бы Януковича. А так уже сейчас в президентах. Благодаря кому? Порошенко. Барыге Порошенко, продажному, от которого люди уже в шоке до такой степени были, что выбрали Зеленского.